любители облизывать баночки. Вкусно себе Татоша идет? Баночка убегает от Татоши. Вкусный йогурт, да? Татошенька, вкусно? Ай, Татоша нравится. Казя и Емеля не обнаружили. Не обнаружили еще, что у Татоши тут такое есть. Вкусней. Татошечки вкусней. А какой Татоша весь в йогурте. Нам не видно. Ага, ты весь в йогурте, да? А кто такой толстый у нас? Кто такой пассажирный? Татошенька, жирный поезд пассажирный. Ну что ты злишься на нее? Куда ты ее понесешь? Понесешь куда-нибудь? Понесешь? Нет? Что будешь делать с ней? Скажи, что? Буду облизывать. Да, Татошенька, буду облизывать. А Емелька где? Вот и Казенька пришел. А Емелечка в клетке сидит. Казенька, будешь йогурт? Будешь облизывать баночку? Бум. Любят, все у нас любят йогурт. И Татоша, и Емеля, и Казя. Много йогурта нельзя давать крысам в зимний период, иначе могут переохладиться и чаще простужаться. Ну что ты, наш птенчик, что ты, наш малютка? Что ты, наш Казенька любимый? Казя, любимчик наш. Давай положим сюда баночку. Вкуснятина, да? Вкуснятинка. Укатилась баночка, укатилась. Сейчас Катя, ой, стой. Ой, что-то она так катается у нас. Стой, стой. Вот, все. Все, наелся, Катенька? Наелся? Куда почапаешь? Что нашел? Сиденье мое нашел. Я иногда сижу на полу. Казенька теперь здесь посидит, да? Казечка посидит на моем сиденье. Полежит даже, да? Казенька даже полежит. Даже полежит наш Казик. Наш Казик полежит. Ушки чешут, сюда не получается почесать их, да? Да, Казюня? Да, Казюня. Казюня наш золотой, Казюнечка. Приветик, приветик мой, Казечка.